культуры Жуковец Светлана Олеговна. Наш Дом культуры, наша вёска Голубица находится на нашей красивейшей реке Белоруссии Припять. Сегодня воскресенье, и поэтому днём мы занимаемся репетицией с детьми. Дети приходят, а сегодня не воскресенье, суббота. Субботу-воскресенье дети приходят к нам на репетицию с 2 часов до 4, и мы с ними занимаемся. Занимаемся. Чем мы занимаемся? Разным занимаемся. Вот сегодня идет дождь, поэтому пришел наш солист Даник. И он репетирует песню на 9 мая «Пусть всегда будет солнце», где будет солистом. Но вообще в нашем клубе жизнь, можно сказать, кипит. Я думаю, что более закипит она со следующей недели, потому что нам, извините, разрешили... Извините, но это мне точно надо... Потому что вот у нас проходит текущий ремонт, и нам уже разрешили проводить свои мероприятия. Мероприятия массовые, поэтому со следующей субботы начнется самое любимое мероприятие для нашей молодежи села – это дискотека. Дискотеку наши дети не видели почти год, потому что не было готового помещения. Но, значит, что? Дискотека у нас начнется. У нас есть... аппаратура, хорошая аппаратура дискотечная, есть лазерная светомузыка, есть простая светомузыка и, соответственно, музыкальная техника. У нас есть теперь красивое помещение, которое вы видели под дискотеку. Вообще у нас в клубе, помимо дискотек, которые ждала молодежь, проводятся концерты. Концерты у нас есть концерты нашими силами, которые мы ставим, а есть концерты приглашенных наших коллективов. То же самое, также мы дружим с Жидковским районом. Все это так неожиданно, я не могу говорить. Сегодня Беларусь старая, под гармоник водит хоровод, а души гармонь играет, эх, гуляй, народ. А гармоник, край, весело и звонко, я какая-нибудь.